На пожарную кнопку нажимает комендант химкинского общежития. По легенде учений, в помещении пожар и задымление. Благодаря громкой сигнализации жильцы самостоятельно покидают здание. В считанные минуты на место прибывает пожарный расчет. Спасатели разворачивают пожарные рукава и заходят в помещение. Проверяют каждую комнату. В одной из них находят мужчину, который надышался углекислым газом и потерял сознание. С помощью кислородной маски его приводят в чувство и выводят из горящего помещения. Уже в пустом помещении пожарные отрабатывают свои строгие нормативы – ликвидировать пожар в кратчайшие сроки. Параллельно беседа с населением. Специалисты напоминают, как действовать в чрезвычайной ситуации. Все это, в конечном итоге, если какие-то будут замечания, все это корректируется, подсказывается, чтобы в случае чрезвычайной ситуации или пожара не допустить беды, чтобы каждый знал, что делать. Учебная сигнализация сработала и на складе в Лунёво. Как и положено, первыми реагируют собственные службы, организуют эвакуацию сотрудников и вызывают оперативные службы. Прибывший наряд заходит в условно горящее помещение. Здесь тоже человек, который не смог самостоятельно покинуть здание. Оперативные службы отработали четко и слаженно. Подобные учения в рамках единого дня тренировочной эвакуации провели во всем Подмосковье. На всех социальных объектах, в торговых центрах и учебных заведениях. Олег Цюрин, Дмитрий Бочаров. Новости. Химки ТВ.